Незаменимые помощники в борьбе с женскими недугами – крем Винорм и гель Мамовит. Созданный на основе экстракта корня лопуха майского, Мамовит обладает выраженным противоопухолевым действием. Гель не только сохраняет красоту груди, но и эффективно борется с проявлениями мастопатии. Фрагментом комплексного лечения больных мастопатией преимущественно до 45 лет был гель компании Биолит Мамовит, гель, созданный на основе экстракта корня лопуха майского. При анализе результатов лечения мы отметили положительную динамику в структуре молочной железы, исчезновение болевого синдрома, улучшение мягкости молочной железы. Женщины отмечали улучшение и изменения в положительную сторону кожи груди после месячного применения геля Мамовит. В связи с этим можно рекомендовать его как фрагмент в комплексном лечении диффузных мастопатий, преимущественно женщин все-таки до 30 лет. В одном случае у нас был отмечен 100% эффект после геля Мамовит и использование его как монотерапию. Несмотря на то, что считается, с поверхности кожи всасывается не так много полезных веществ, но тем не менее при анализе результатов применения Мамовит отмечено его положительное влияние. Значит, вытяжка из корня лопуха майского все-таки всасывается кожей молочной железы и, соответственно, меняет структуру глубже лежащих тканей груди. Крем Винорм, так же как и биологически активная добавка Винорм, применяется в комплексной терапии варикозной болезни. Крем содержит растительный комплекс с экстрактами цветов каштана конского, манжетки, календулы, гречихи. Регулярное использование Винорма способствует регуляции венозного кровообращения, снижает риск тромбообразования, устраняет отечность, чувство усталости и напряжения в ногах. Концентрированные экстракты, получаемые нами на Алтае из свежего растительного сырья, из сухих растений, они содержат в концентрированном виде до 80% действующих активных веществ. И благодаря вот этой вакуумной технологии концентрирования экстрактов стало возможным вводить их в наружные средства такое большое количество, до 2000 мг%. И поэтому наши кремы действительно обладают очень высокой эффективностью. И на самом деле это, можно сказать, такое сейчас приоритетное направление нашего развития. Новаторская идея компании «Биолит» заключается в создании продукции для наружного применения, дополняющей действие биологически активных добавок. Кремы рекомендуются к использованию как эффективное дополнение для внутренней фитотерапии. Сегодня «Биолитом» выпускается ряд кремов с различным спектром действия. Компания «Биолит» с уверенностью гарантирует качество всех компонентов, используемых для приготовления кремов. Готовая продукция тестируется в лабораторных условиях научно-исследовательского института, а результативность подтверждена клиническими испытаниями.